Так, кто у нас вообще выше? Довольно пустой болтовни. Адовый. А, он еще не падал? Тогда адовому отдаю. Или стоп, а нет. Элай, ты там кидал орл? Я что-то не заметил. Да, тогда ты выше. Так. Орел, можно? Отойду. Нет, на 2 минуты выше. В туалет. Это Бьорн. А, блядь, я тут думаю, сука, ладно. Это слышишь? Линк. Ой, дай Линкзу, я ему потом начислю ГП. У меня там что-то не приоритет стоял выше всего по обходу никнейм. Так, а покоритель надо кому? Линкс, я тебе там начислю ГП потом. Так. Это надо кому? Васап, ты будешь потом раз собирать? Посмотрим. Молодцы, бейте. Заливайте потом звезду. Звезду заливайте. Бурсты свои отдавайте. Лупите эту звезду. Ой, Трикси не упади, дайте ей. Хотя не давайте. Гимн на хп отдай, а Эндора давай ты. Исти на КД. КД. Ну, да, уже не надо. Заливайте кружочек, сейчас я его поставлю. Залейте его. То, блин, что-то лупит. Поднимите потом паладина. Жалкие создания, умрите! Так, ну, кто там из вас? Подожди, не бегите вперед, Крока! А, почему? Ну, говорили, что он счет да, багнется. Где он есть вообще? Он стоит сейчас. Да, бывает такое, что на разных пиратках такое. О, он забежит? Хотя, вроде, не, можно агрить уже. Ну, тогда сами решайте, кто тянуть будет, а кто. Ясно, вот тянет ты по одному. Ну, нам этот ршак подойдет. Давайте заливаем эту половину. По ршаке сердце пало. Бля, почему у вас попало прокачан стан? Я понять не могу этой хуйни. Будайк, почему ты не прокачаешься стан? Типа он нужен на одном инсте и одном боссе. Ну да. Типа тут только его и убивают. Ну да. Давайте босс, ты мини-босс. Надо больше печать безупречности спущает в холи ветки. Здесь куда более полезные таланты. Что за флейта у тебя там? Глупый Крок, ты сам
привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда, и служите! Нападай, гроза плеть! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Бьерн, спекнешься в хила. Окей, только можно на рейде, я так не люблю здесь. А ты соло захилишь? ДЦшки, у нас же ДЦ прав. Ну я обычно соло здесь хилит, ну может ДЦ оставаться. А лучше с ДЦ, потому что... Мало... Есть около очень хиловская, Кондора, у тебя есть ДЦ от модов, я думаю, должен быть. Лол. ДЦ. Ну вот, два ДЦ и вы похилите. А вы остальные давайте все Вальку хилите. Давайте пока чек на готовность. ПСки сами решайте, кому будете кидать. Суслятинка, кидай свою МК шаману. Авен, кидай Холипалу. Анага, ты зайдешь вообще? Че, просто там отвалился кто-то? Не знаю, он походу напился и выключил компьютер. Может мне в Холипало, слышь? А, да. Спекайся в Холипало. Мак, можно хорошо, инту, лишь, пожалуйста, можно, по рейду? Мак, можно инту по рейду? Давай спекайся. В общем, так, Суспятинка шаману, Авен Холипалу, Калку кидай, Элария кидай 3 7К, и обновлять не забывайте, и усиление магии тоже новое купите. Анага, ты вообще здесь? Войд, Авен готов. Ладно, начинаешь. А чё за хуйня? Может оно он зайдет, может мало ли что-то с этим. Васап, а чё за хуйня? И на символ шипов стоит, а они 25 минут на мне висят. Это чё за хуйня? Перевесь. Войд, смотри, что я тебе сделаю. Я думаю, реагируешь. Иди, Танчик. Ну там типа 50 минут должно. Так может это старые висят, с них повесь новые. Слышь, этот Васап, залей сейчас хоть Триси ману, потому что Триси по мане сел уже. А ему хилить надо. О, заебись. Бодаль, шланг. Залил сколько мог. Я слева. Ладно, крикните, вертайся, надо будет кто. Ваня, ты нужен, Ваня, не уходи. Давай. Сейчас она, если отвалится. Но. Ты зайдешь к кем-нибудь. А кем он там был? Он был поленом. Под большого ауе добить, потом мага слейте. Слева. Давайте под большого ауе. А, не, он зашел. Ну ладно, крикните варка туда. Хорошо. Я сказал, что он зайдет. Анага, ты там что, уснул? Манага? Манага. От большого дайте вы. И мага слейте слева далеко. А ты, кстати, вот смотрел фильм Кодекс Готи? Нет. Ты опять
Не, там с мафией связано с Шатик на реальных событиях. Но пока его не выпустили в кинотеатре, там есть. Он типа запрещенный вроде, нет? А я не знаю, но сама суть, мы просто хотели, я с девушкой шел, мы хотели пойти на миссию невыполнимо, а там что-то хуяк, нету его. А мы пошли на кодекс, хоть. Бейте подавители. Но он такой, довольно прикольный. Но может он и запрещенный, я не знаю. Мне лично можно было его посмотреть, я его гляну. Он там шел, по-моему, вот 21.30 начался и полдвенадцатого закончилось, ну, 2 часа. Так, ладно, хилы, что с вашими стаками? 5 стаков, мана, 13 стаков и 3 силы. А кто там дальше? Холи, палка, алка, там. Ты там как? Ну, уже 16 так, неплохо. Ладно. Справа сверху много подавления. Заливайте их. Да, слабовато. Вот бы уже на фул бы захилил. А муравин дохилить. Васап, залей мырки в пырки, ман. Он же по мане садится. Череп добейте. Давайте еще одни порталы зайдете, как выйдете, гердадите. Блять, вы реально долго хилите? Сколько у вас так? О, 3 себе стаки потерял. Калки еще. Потому что, блять, летают, хуй пойми как. Вот ты говори, я ж не знаю, что там делать. Вы молчите так. Ты ж не назначил, ни метку не дал никому, я не знаю. Там все заходят по две эти лужи берут и все. Как выйдете, ер, даете и кильте Вальку. Первый гим пускай дает на хп. Опка, давай тейп. Потом Андора я скажу, когда кильдаль тоже. Давай, Ким, на хп пой. Эндора можешь спеть. Захиливайте Вальку, то может хилить. Череп убейте, главное, подавители. Помогайте Вальку дохилить, там лям всего лишь. Ментами хилить, чем хотите. А, хопка, дай гимнаман. Поднимайте павших, полутецки отдам. Так. Я забыл по поводу метки.
Ой, не то, не то. Так, кому надо избавление? Есть такие? Ладно. Спина. Надо кому? Так, кто из вас там выше? Машулечка выше. А, стоп. Чумак. А, не, все равно Маша выше. Так, ну эти, я думаю, кисти никому не надо. Опа. Не понял. А какого хуя у меня сундук пропал? Это, ребята, у меня... Это, стой, слышишь, кто там убегает? Гильдаль, иди сюда. Сюда иди. Ты сундук видишь? У меня почему-то рвал сундук. Я тоже не... А, блядь, точно, да. Все, я ж спину отдал. Фу, блядь, я думал, что за нахуй. Мне надо, наверное, бухать меньше. Уже память отшибает. Так, Самонти, Анарда тоже, Анагу тоже Самонти. Я тоже отойду. Надо уже голову освежать. Опа. Ну-ка, сзади трешак залейте. Не дали подобраться. Не пишу. Не. А еще два человека не хотят спуститься? Кто там у нас? А, Гильдаль. Кто там еще стоит? Тятенко, Нага. Гильдаль бежит. Тятенко тоже бежит. А Нага, видимо, ФКшит. Вот так. Видите, пока я дракончик. Я копыта отдам себе. И маг отдал. Бля, пилы вы что, покашите? Поднимите потом. Два служителя на сове. Эй, не сбегай только в центр. Был бы жив, столько сыры. За фул отдам. Ой, за 50% отдам, Гильдаль. Хотя она же шпшка в небес, да? Ее ну, можно спина? Здесь дам. Не, а, жезл. ШП. Ну да, я думаю, можно за 10 дать. Все, тогда за 10 я тебе Гильдаль дам. Тони, забегай в центр сустрятин, когда я еще нам поднять людей. Поднимайте их. Кидай мне обмен пока что. Вот, я тебе дам этот джезл. Так, держи. Так. Сейчас на чисто ГП. Запущу и все. Они не должны прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Я пока на минуту отойду. Ну, я думаю, можно Варенька уже звать. Я не думаю, что это Нага вернется, если же вернется, то смысл с него. Сейчас, секунду, тогда. Могу Варбру свекнуться.
Ваня, ты здесь? Да. Павел? Заходи на хила. Не любят меня. Дрейдом похилишь, васап дашь ему пати, я тебе систо дал. Только не хулипал. Да, по картру заходи. Чего вы никогда группу не ставите? Столько зелени, столько реды. Уйдите с-под Близзарда, умрете. Танкуй одной рукой, лучше напуливайте. Только не говори, где вторая. На мороженке. Так вот как это теперь зовется. На своей мороженке. Ну вы поняли.
Ты тут? А, Бьёрн, ты там в хиле остался? А, да нет, в кота спекнулся. Пекайся лучше хила. Хила, окей. Так. Сейчас подождем, пока он ману восполнит, ешьте пока. Ой. Там рыбы никакого нет. Он стоит, Иисус ест. Стоит. Садитесь, Фиша, на нее. Давайте пока чек на бафы. На второй фазе я скажу, куда выносить. Так, Армагеддон, Шизар. Армагеддон, Шизар. Шизар, ты там где? Ваня, блядь, отключай дораму. А что такое? А, стоишь рядом с РДДшниками и все. Если я говорю метку выносить под босса, выносишь под лап. Думаю, ты это знаешь. Шизар, ты здесь? Да, тут. Что, поменяли одного в кашу, чего доведу на второго? Да, спускайтесь вниз, я запускаю. На Вайда дадите на пул, Рога тоже дашь на пул. Блин, телефон, сейчас я подойду. Хильте, хильте. Блин, тебя важны так эти попытки. Ну, здесь не дает дань бессмертия, как в ВВК. Велики много не стакаете. Так, на одном хиле, даже на двух. Нормально. Переживут. Угу. Корабль, обжигающий холод. Внимание. И... Нет, и бежим. Бежим, 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 бежим. Сейчас корабль взятка будет. Забешайте. Давайте метки вниз. Захотайте их. На медведя можешь фридом не кидать. Да, он может сам их снимать. А слева близко падает, крайне левые РДшники бейте. Бля, вот заботишься о тебе? А ты такой можешь не кидать. Справа близко падает, справа близко падает. Край... Так, крайне левую стопните. Так, где нам... А, вот слева далеко. Крайне правую бейте. Вот звезду, дайте там доты, чтобы хотите. А, слева близко падает. Это последнее. Все, заливайте, заливайте. А, фаса поднимешь мага потом. Заливайтесь крепко. На Бьёрн поднимешь Муравинда. Поднимайте их сейчас. Бафы тоже дайте и не падайте больше. Освобожденка. Так, на двух хилах освобожден, нормально. Че на лапу не перебираешь? Бежим. Вы чувствуете, как ледяная ладонь трепещите смерть? Опять на мне. Бывает. А, васап, залей сейчас ману шаману, чтобы потом не заливать. О. Ну, как он упал. Как можно? Там... Кирилл, а, Мерки-Верки, ты здесь? Поднимите ее потом.
Во, этот шизар поднимешь. Давайте не отпинусь. Давай. Так, прячемся. Где она падает? А, на лестнице падает, за лестницу прячемся. Крайнюю бабу отбивайте, но она нахуй стоит. Справа далеко падает. Крайнюю левую тоже подбивайте. Слева далеко падает. Так, и последняя. Трава далеко падает. Все, заливайте склепы. Склепы заливаем. А, Шизар, у тебя инер есть? Не, я залил престол. А, ну вот ему и надо было. Ладно. Это если что вызовет он. Команда какая. Так, вторая фаза пошла, и первую выносите. Давайте под босс. ДЦ под босса, захватайте ее. Милики убежали. Лопайте. Следующую тоже под босса. Атаками следите. Следующий тоже под босса обязательно. Авен под босса. Милики убежали. Не разбивайте пока этот склеп. Беги, малышка, беги! Следующий тоже давайте под босса. Мравин давай под босса. Все, следующую влево выносите, на килок нету освобожденки закидывать. Можете гер дать, кстати. Влево выноси Армагеддон и бейте тупо босса. Не бейте скреп, бейте босса. Там еще 7 миллионов. Не знаю, следующий тоже под босс. Вот, под босса. Можете пока право склеп забить. Бейте центральный. Забью. Следующую под босса. Перетяжка будет. Адовый под босса. Ее не заливаем, притяжка будет. Гим на хп пока хопка спой. Ой, на ману, извиняюсь. Беги, малышка, беги! Ее только не убейте. Следующую влево. Следующую влево выноси и добиваем босса. Все, можете вверх пилить. Блин, только не надо в рейде хлопать. Да, с ними уходите влево выноси. Убивайте. Так, что там Талик упал? Склеп справа разбейте. Слева точнее. Талисман надо кому? Вер, спекайся в кота. Так, тут. Одного раковара подниму. Бля, кто там сейчас? Ну. Да нет. Я там вроде. Да, отдаю его сабу, ГЦ. ГЦ. Воин, охотник, шаман. А, в кота мне, да? Окей. Так. Защитник надо кому? Ручка. Завоевать надо кому? Пычка. Отдаю гильдалю. Давайте с первого трая пойдем рушить. Так. Ты меня менять будешь? Кого, тебя?
Да нет, смотрю, в пати перекидывал, думал, что менять хочешь. Не, это я Лока перекинул. Чтоб у него мана тоже восполнялась. Шаман, первый раз ману на переходке залил. На переходке, на первой, хопка, норка, даешь щиток на себя, гимна, ману или это рога напуливаешь первого, третьего, пятого гневного духа, хан второго, четвертого. Ступени снимаем. Так, напомните, первый выходит треугольник, кружочек и ромбик, так? Нет, круг первый. Потом ромбик, потом бросок. Так, бля, надо себе это записать, чтобы я потом не забывал. Это я уже не часто хожу. А, ромбик. Что, станы распределили уже? Круг первый. Кружочек и треугольник. А, кружочек, ромбик. Да. Ромбик. А реально вернуться к котом, или если скинут, или уже нереально? Уже нет. Блин. Шаркающий ужас он называется, там три буквы хватит, четыре. Шарк. Так, тогда у нас первую волну, кружочек дает стан. Попал, ты первую волну встанешь и даешь кружочку стан. Потом кот, ты даешь стан ромбику, первую волну. И пускай дает стан первой волной рога. Накапливаешь и дает стан три волны. Все волны станете одну метку на выбор. Ты будешь и лича танчить, и... При том, что я не улетаю никогда. Назначь, пусть входит кружок, станет всегда. В смысле, хорошо. На ловушке не наступаешь? Тогда пускай вот станет все кружочки. Бодельф, ты даешь стан ромбику, первую волну, треугольник, пускай дает стан рога. Потом вторая волна. Стан дает ромбику Трисе, а треугольнику пускай дает Бьор. Машулечка, ты будешь стан кидать, там, если увидишь, что одна валька почти на фулл хп у края стоит, тогда даешь точечный стан. Ты я извиняюсь, прослушал, Бьорн, что стан дает? Что? Ты даешь стан треугольнику, вторая волна. Второй волне, да? Да. И четвертая. Мне надо этот комбаш набить, чтобы я успел. Да, вот поэтому стан. Ты даешь стан последней вальке. Треугольник третий выходит, ты успеешь ему дать. Ну хорошо, вторая волна, я запомнил. Да. То есть 2-4-6, ты, я думаю, понял, да? Да. Так, и потом кому назначал гимны на ману? Я сказал, что хопка первый читает, еле этот тем ставит. Все, тогда Эндор, ты второй будешь читать на второй переход. Человек на баф на готовность. И Васап, не забывай шаману ману заливать. И СС-лок после переходки кинешь БДК. А, БДК действительно. Ой, БДК. Поэтому... Понял я, Войду. Ну, Войду, да. Как назвать, да? Не, я уже привык, что БДК постоянно танчит. Так, рик на хп я дам. Там. Так, метку надо поставить. Хай, васап. Звезда. На всякий случай, на него еще ассист, да? Я не ассист. Хан, да, 2-4, а рога 1-3-5. А, по диспелу, Мерки, я надеюсь, ты подиспелишь. За то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Отлично. Бля, я надеюсь, я разыграю объем. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Да, что мы пошли? И в луже, пожалуйста, блядь, не прыгайте. Спокойно выходим. И ДЦ раскидывай щиточек в первую очередь в мили-зоне. Потому что на мили она чаще всего вешается. Когда уже расти не будет. Если не будет дамага. Машулечка, ты будешь на подстраховке кидать стан. Точечный. Ну вот. Сейчас скоро ловушка будет, и ловушка на мили-карте.
Перебегали, перебежали. Сейчас чума будет. Кто это улетел? Никто не улетел. А, Кабуна выноси. Мне показалось, что кто-то улетел. Ну, улетел, но он не улетел. Я понял. Сейчас будет ловушка. РДД. Да? Стришем на мою жопу чума не кинуть. Так, сейчас еще одна ловушка будет. РДД. И чума 5 секунд. 2 секунды чума. 1 секунда чума. 0. Попка выноси. Попка выноси, диспалить. И учитесь сами себя диспалить. Не ждите, пока вы себя диспалит. РДД перебежали. Тени миликов тоже. Сейчас еще одна ловушка будет. РДД. Паладины могут ускорение убирать? Так, Алан, выноси, пожалуйста, чему диспейт. У нас слятинка отвалился. А, васап, поднимай его. Сейчас будет ловушка, после ловушки, да. Тяни уже миликов поближе. РДД. Стой. Дай здесь ему фулбафы. Сейчас скорая переходка будет, ловушка и на край. Что, ловушка, давайте на край. Бежим, бежим, бежим. И чума, да. Я надеюсь, она будет на мне. Шизар, выноси. Шизар. Диспал, диспал, диспал. Молодец. Давайте на край бегите. У края стоим, все. Успели. Гимн на манну, не забывай, хопка. И щит на себя только повесь, если он на себя не висит. И ставь шаман тотем. Ты как-то ДЦ сильно уже по мане сел. Ладно, бейте дух. Дайте ренжу между собой. Ренжу возьмите, пожалуйста, да. РДДшники. ШП ханты на ледяных сферах. Заливайте, пожалуйста, сверки. А следующий дух появится. Гильдаль, бей ледяные сферы. Лови духа. Кидаешь дотом духа и бьешь сферу. Бейте следующего духа. Протопал, забирай. Васап, будешь ставить рейд, если звезда стоит? Подумал себе перекидывать. Тогда взял звездочку установить. Сейчас он прибежит. Бейте лича. Добейте дух РДД. Все, бейте с лича. Таны только не забывайте. Геры скажу, когда пока не надо. Миллики осквернение влево вынесите. Бейте ромбик. Треугольник тоже бейте. Где треугольник? Стан рота. Стан. Мерки ферки выноси. Бейте треугольник. Гнев небес. Дай, пожалуйста, Маша. Пержочек бейте. Молодцы. Ир, давай. Давай, потихонечку веди. Белочку становимся. Скорее никуда выносить. Выносить его? Да. Право может выносить. Без разницы. Но сразу выносить его. Вот Валька спустилась и сразу уходить. О, молодец, Хайсенко, бейте. Повезло, что на маге. Таны не забываем. Бьем Вальки. Блять, это я после лагаю. Заберите. Так, я лагаю. Кружочек бейте. Убивайте уже его. Сори, он не в ту сторону улетел. Ромбик бейте. Бля, я залагал центр жестко. Вышли. Дерево, полено, выйдет. Центр выходим. Так, это Маша. Стань, пожалуйста, все треугольники. У нас Рубик отвалился. Первую волну. Фасад на тебе, выноси. Давайте к центру бежим. И в череп станок. Гильдаль не видит. Я не могу, я в Вальке в кружочке. Тоже в Вальке.
Нет, небес, этот полипал. Можешь треугольнику дать стан? Точечный. Сейчас осквернение будет. Одна секунда. Осквернение сейчас будет, Эндор, выносить треугольник, дайте стан еще. Все, молодцы. Ты да этот ромбик добейте. Все, добили, молодцы. Пу, бля. Пока все нормально. Давай, веди его на край. Звездочку становите. Дай каплю, подожди. 43%. Успеем залезть. Бьем лича, тупо лича. Бьем, веди его потихоньку. Играй, бьем лича. Не могу заставить треугольник. Кто-то станы давай. Сейчас сильнее, лича сильнее. Маша, дай гнев небес. Давайте лича бейте, тупо лича. Никаких валик. Давайте, давайте, еще один стан дайте, еще один стан, любой. Все, блять, давайте, пожалуйста, сука, ну не улетайте вы. Два упало, но это не страшно. Давайте, прыгайте. Был, не мог стан дать. Так, у нас минус полипал. Нужно было слить и перевести. Блять. Дурные. Вечно спешите куда-то, я не знаю. Да нормально, главное, что у нас шаман есть. Друид и доцелить, бейте. ШПшки бейте, сферы, пожалуйста, сферы, да, дайте бить. Гильдаль стоит под мордой духа. А, Гильдаль, ты можешь уйти? Не знаю, что с ним. Гильдаль, уйди отсюда. На вальках тоже он в звезде не стоит, стоит. Бейте следующего духа. Мне кажется, вообще не понимает, что происходит. Куда я попал? Он может накурился. Он накурился, дури. Так, фасад на тебя звезда стоит. Да на себя ставь, бери, что-то. Да Ваню поставь, а если так переживаешь, Ваня кому-то положит. Ваня, вайпу. Надо же всех озадачить. Да, на Ваню и поставим. Он да дохуя фукает. Так ты дохуя фукаешь, понимаешь? Надо же тебе как-то наказывать. Бейте нового духа, слуха по этой толпе завес. На тебе ассиста, Ваня. Ставь на себя, не ленись. Вот если не будешь АФКшить, тогда мы будем ставить на Вейда. Так я молчу, хилю. За кружочком двигайтесь, за кружочком двигайтесь. И РДДшники бейте дух. После того, как выйдем с комнаты, сразу появится осквернение. Хити, хити, хити. Там паладины сами себя флешкой подхиливаете тоже. Колобуны и рога тоже унесло, да? Да. Ну, бежим, бежим резко, бежим далеко, бежим. Ой, надо было стоять. Ну ладно, бежим, Сакур, дай пал. Смотри, я хилю, блин, обожу комнату и успеваю. Бежим. Бегите, сука, в кучке. Да он бешеный, блядь. Что там еще делать? Духа добивайте. Три ляма у этого духа. ТПшки похлопаете. Давайте, добивайте духа. Хил за танком. Бегите к личу. Бегите сейчас к личу. Шесть секунд осквернения. Пять секунд. Три секунды милики пока разбегите, на всякий случай. Питки на тебя. До танка прячьтесь. Все. И потихоньку веди, не спеша. У нас четверки фарки не упал. А если есть возможность, васап залить ману шаману. Дай минуту. Нет, не, я васап еще скажу. Ничего да. Страшного. Если есть тотем, на выходе из комнаты поставишь за кружочком двигайтесь. За кружочком двигайтесь. Так, короче, сейчас я вместо кружочка поставлю сразу звезду, потому что они стоят у звезды и ждут, пока звезда побежит. Вот, все, за звездой теперь двигайтесь. Просто двигайтесь, блядь. Угу. Сами смотрите на эти шарики, которые там. Смотрите, ну, я втопил его. Первый трай. Кто бежит впереди и поймает бомбу, тому ГП. Сейчас, потому что когда с комнаты провоцировать их падение 5, раньше. Вот ты не понимаешь, секунд. Он может. Бля, 2 секунды комнаты и сразу будет осквернение. Вот вышли, сейчас осквернение будет на ком-то. Духов убегаем, сразу три себя на тебе. Уходим, уходим на другой край.
И бегите к Вайду. К нему прячьтесь, а вот, а ты поворачивай. Гимноману. Гимноману ты споешь. Гимноману. Так, гимноману этот. Эндор, давай ты споешь, хотя он должен кодышиться. Машуленька, не уходи. А, вот, не надо это делать, я могу стоять, они сами к тебе грибнут. Блять, вы румынские, сука, разведчики. Вставайте поплотнее, они. Мы тихонько двигаемся, кругом. Машу. Захильте. Шаман, тоже выноси Машу на тебе осквернение. Прячьтесь, пойду, милики. ТБД то же самое. Ты своей барните, кто-то быстрее. Так, у нас Меркифер упал. А, поднимай этот Бьёрн, поднимай ты. Тоже все, не вставай. Фу, Ник, скажи. Да мырки-фырки, блять, пятой пати. Я же тебе объяснил 10 раз, по-моему. Я услышал ни разу. Андрей, Ваня, живи, Ваня, живи. За звездой двигайтесь, блять, хильте сами себя, девки прожимайте. Да нормально, у меня что-то есть. Захлопнитесь, блядь. Зачем? Все заткнитесь. За звездой двигайтесь. Если не оставайте, просто сакру зря дали. Сами себя тоже подхиливайте. Сейчас как бомба упадет, сразу бежим. Вот, всем прикольно. Тут один хил лайкнулся, как бы тут уже панику развели. Доп ЕП все-таки. Вчера один танш начал, сегодня один хил хилит. 5 секунд до выхода, 2 секунды до выхода, и сразу будет осквернение. Так, осквернение на... Я духов убегайте на войде. Бежим, бежим, не стойте, там сейчас духи к вам прилетят со скоростью света и вам пизда. Давайте бейте. За спину Лича врячьтесь. Дрит, а ты там что делаешь? Хорошо. Но. Потихоньку двигай его. Не спеша. Осквернение, сейчас осквернение будет. 2 секунды осквернения. Армагеддон, это тебе. Спокойно выходим, спокойно, я сказал, спокойно. Все. И добивайте Лича. Толкнем его. Должно успеть. Я думаю, мы нихуя не успели. Что, не видели его так? Ты чё, мы сейчас в комнату, блядь, попадем. Войт не бегал, блядь, с этим Личом, добили. Да там 10%. А он сейчас так, походу, сдох. Хорошо, кто последний, тот герой. В центре падаем. Давай в центр, нахуй. Кто иди, там, главное, блядь, чтобы один выжил. Иди, блять, веди, я уже убежал оттуда, нахуй. Блять, а вы туда, сука, ладно, я сдох, сдох, иначе я сейчас ловушку. Я уже пускал ловушку, как там запустил. Иди сюда. Иди сюда. В ловушку их заводи, блядь. Сука, заводи, тихо. А сейчас прикинь, он Лич отхилился, да. Процент такой, хуяк. Как Хелион бы отхилил себе на 2%. Блять. Жестко бывает. Дай, ну листовать заново бить. Доп ЕП, кстати. Вот это вы разбежались, ребята. Я уже специально в центр забежал, чтобы вам на встречу не бежать. Иначе я бы запустил бы еще одни ловушки. Ой! А заебись. Доп ЕП. Так, надо Олега звать. КВРС подходит. Но он был в сети час назад, но я ему все равно напишу. На их обучил Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал. Фу-ху-ху. И отдал их в мои руки. А за кем вы двигались? Я видел. Варенька сам по себе бегал. Почти все сам по себе бегал. Не, ну тебе вроде череп был. Не, на мне, я в центр забежал и сдал. Чисто черепок на кого-то, на ком-то был, и за ним все, короче, побежали, похуй на звезду просто. Я вообще потерялась. Я думала, не вижу никого. Просто Ваня, короче, начал в центре стоять, ему вообще пофигу, а черепок в бок куда-то побежал, и все за ним, короче, погнали. Ты вот это записал? Не кидай это на YouTube. Почему? Потому что вот такие с экрана увидят, блядь, рожать будут пиздец.
Вадик, кто там будет смотреть? Да, Крик, считай, умер. Там можно было делать, что хочешь. Как, ну да. Умер? А что, не видишь, мы все сейчас сдохли. Давай. Я никак сдохнуть не мог. Я нашел бомбу, самый первый. Так, что думаете? На сапогах бегал за ним. Что упадет, как думаете? Вот я знаю, вот я думаю, ну даже надеюсь, что упадет. Переглора. Черенаска. Которую Маша не получит. Вакинсон. Я Теринаска тебя возьму. Че, вас будешь собирать, Терес? Попробую. Сын мой. Настал час расплаты. Нет, Армагеддон, помнишь, когда он рогой пошел и без метки, без всего? Врогу говорит, вставайте в рогу. А метки ничего нет. Это когда было? Давно. А. Им неведом страх. Я забыл даже, когда я рог говорил. Так, зов и фаленраж. Нормально. О, запечатанный сундук. Еще один халявный запечатанный сундук, а я. Ладно, пытки, на тебе осколок. Пытки, да ебать. Там квест, да? Так. Фаленраж давайте. Линк садовый. Так, сейчас глянем, кто там по ЕПГП выше. Так, линк свыше. Да, монах подавай. Какой он ханту, блин. Что, ханту разве она не надо? Ой, блин, я думал, ты зов. Сорян. Держи, монах пошел. Так, сколько за него надо? 2,468, да? Или сколько за него дается? Вой, ты помнишь? Че? Сколько ГП дается за фаленраж? 468? 568. 540 и сколько там? Сука. По фулу только Теренаск, Ель, Глора. Так сколько дается? Давайте рожайте. Фул 940. 900 с чем-то. 568. Все, 321. Вы что? На. Так. Кто сказал 568? Кто это сказал сейчас? ГП, я не знаю. Да ладно, сколько-то тогда? 900 тебе сказали? Что, тогда 900 начислил. С чем-то там, 937. Ну, 937 дам. Я добавлю потом. Зов надо кому? Ну, будешь шутить, будешь нидить в следующий раз. Так, а Элая, ты ж на этот, как его, на Энха родишь? Или на Хила за на Оф? Да, получается 140 ГП. На успех, если ролит, то по роллингу. Адовый переролил вроде, не? А ну адовым уже не надо. Зачем роли? Не знаю. Блин, Войд. Кто там убежал? Почему я не могу Элай дать? Войды. Ладно. Адовый, дай зов, пожалуйста, Элай. Так, покорители, я потом я начислю ГП. Чё, больше никому надо? Бьёр. Даю. Слушай, а что я распечатал этот сундук, а что дальше? А дальше?